Всем привет, спасибо, что заглянули на мой канал. Меня зовут Маша. На данный момент мы ненадолго прервали занятия с собаками. Эта пауза связана с обильным таянием снега. На площадке лужи, да и к месту проведения занятий сейчас очень трудно подъехать. На улице тоже не снимаем собак, так как кругом грязь. Сейчас на улице около нуля, но дует сильный и холодный ветер. Значит, будем делиться с вами домашними съемками. Белл. Ну дай. Дай. Во рту. Кусочек, надо забрать его. Маленький. Смотрите, она как жадничает. Ну, дай. Тут, если бы я хотел, я, конечно, забрал бы сейчас у нее, но просто сама реакция интересная ее. Белл, дай. Дай. Дай, Белла. Белла. Дай, ты же хорошая девочка. Ну, дай. Игрушки отдай. А что касается еды? Здесь не хочет. Дай. Смотрите, как она. Ну дай. Белла. Дай, папа, тебе другую дай. Дай. Дай мне, Белла. Ну дай. Жалко. Как жалко, скажи. Как жалко. Дай мне. Дай. Ну, маме дай. Дай. Ну дай. Дай маме, ну дай. Отворачивается, ну, смотрите, ну, потешная дай. Такая. Ну дай, дай маме. Мама тебе другую даст. Другую на кудам. Дай эту маме. Ну дай, ну дай, дай. Дай. Смотрите, ее глазки такие. Дай. Жалобные. Дай, дай, молодец. Дай, дай, дай. Молодец. Ай, моя умница. А мама другую сейчас даст тебе. Пойдем, пойдем, пойдем. Другую на кудам. Иди, мой зайчик. Иди, хороший, на. И вот мамашке тоже дадим. Схватили лакомство и разбежались по своим любимым местам. Хитрюга Белла на кровать, а мама Оливия на лежанку. Белла с удовольствием грызет лакомство. Свое она никому не отдаст. Скоро Белла спрячет свой кусочек и примется отбирать мамину порцию. Смотрите, как это обычно происходит. Так, смотрим, интересно, бельчонок заберет у мамки. Мамка вот это грызет, вот. Да. Ну, давай посмотрим. Вот так это у нас делят. Олька огрызается. Но это маленькая хитрая все равно. Она все равно заберет сейчас. Просто интересно, как она заберет сейчас. Так, вот Оливия. Оливия уступает ей игрушки, но что касается еды, Оливия не уступает. Ну, посмотрим, кто кого сейчас. Да, бельчонок? Вот смотрит она за матерью, как она. А Олька чувствует и уже начинает уже сердиться. Она чувствует взгляд Беллы. Ну так забирай тогда, иди. Забирай. Забирай. Они такие потешные. Вот сейчас Белка будет забирать у матери. Будет хитрить сейчас. Что она придумает на этот раз? Как она заберет? Она заберет 100%. На Машу отвлеклись. Да, сейчас она тактику придумает. Ну иди забирай. Забирай. Злится он. Да, вот таким способом она выманивает Оливию. Нет, на этот раз Оливия тут
Обороняется. Обычно быстрее что-то происходит. Вот видите, она начинает уже активно. Начинает перепрыгивать через Оливию. Все. С ним была прикупка такова. После удачной охоты Белла запрыгивает на диван, чтобы спрятаться от сердитой мамы Оливии. Я пытаюсь согнать эту хитрюгу с дивана, но Белла убегает куда? Конечно же, на кровать. На последней тренировке с Беллой занималась я, чтобы она слушалась не только мужа, но и меня. С помощью инструктора мы отрабатывали команды на расстоянии. Постановка! Стоять! Команда, стоять! Хорошо, хорошо, да ладно. Да, пошел. Молодец. Ложим! Лежать! Лежать! Лежать, хорошо. Лежать! Ходим право-влево, кроме Оксаны. Привет! На собаку садим! Сидите! Хорошо, 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 хорошо. А муж еще не съел вот этот огромный хищник. А на этих кадрах наш медвежонок Мэйл, которому сейчас 2 года и 1 месяц. Его хозяйка Лена – единственная из хозяев наших щенков, кто продолжает присылать нам фото и видео из личного архива. Мы благодарим Лену и делимся с вами этими ценными кадрами. Мэйлуша, как его называет хозяйка Лена, очень похож на маму Оливию, только крупней. Мэйл радует хозяйку. Хороший мальчик, всегда говорит Лена. Мэйл не единственный у Лены. Мальтеза Снежок и Йорк Шоколад принимали участие в воспитании своего братика. Особенно нашего крепыша опекал Снеж. И сейчас они дружны. Смотрите, как они любят друг друга. Ребята, Манушенька, иди сюда. Манушенька. После игры прическа Снежа пострадала, но ничего страшного. Мэйл без косточки, как капитан без трубки, так говорит мой муж. Мэйл всегда за любимым занятием. Если бы наши девчонки побывали у Мэйла в гостях, то, наверное, остались бы там навсегда. Лена отлично заботится о своих любимцах. Мэйлу повезло. Еще Мэйл очень любит длительные вечерние прогулки. Летом мы обязательно снимем совместную прогулку с Мэйлом. А на сегодня у меня все новости.
Хочу всех поблагодарить за комментарии и теплые слова. Они служат мотивацией для создания новых выпусков о наших девчонках. Большое всем спасибо. Делитесь этим видео у себя в соцсетях. Это лучшая поддержка нашему каналу. Тот, кто еще не подписан, обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить выход нового видео. Впереди еще много интересного. А на сегодня у меня все. Всем спасибо. До новых встреч!